Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Икутск сегодня». Мы выходим в прямом эфире одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Михаил Эверстов и Николай Слепцов, Айдын. У микрофона Любовь Петрова. Тема сегодняшнего нашего разговора в прямом эфире – это «Союз художников Якутии». Чем живут сегодня якутские художники и что их ждет в этом году? Об этом поговорим с председателем Союза художников Якутии, художником-дизайнером Ольгой Скориковой. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. И заместителем председателя Союза художников Якутии, преподавателем Агики, художником-живописцем Натальей Николаевой. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 3200-66, 3211-66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, возникнут вопросы во время нашего прямого эфира, пожалуйста, можете их задавать гостям нашей студии. Ольга, начнем с вас. Вот вы недавно стали председателем Союза художников Якутии после такой скоропостижной смерти, да, председателя Василия Амыдаева, Костореза, тоже очень хорошего художника, хорошего человека. Вот уже еще года нет, да? Да, еще нету года, как я работаю в этой должности. Ну и в каком состоянии сейчас находится Союз художников? Сколько у вас членов? И как вот вы собираетесь строить работу? Ну, у нас самый крупный союз художников по региону, то есть Сибирь, Дальний Восток. По отношению к количеству населения у нас очень крупный союз художников. Он насчитывает 125 человек на сегодня. Это члены разных специальностей, начиная с искусствоведов, живописцы, графики, скульпторы и мастера косторезного искусства, также и мастера декоративно-прикладного искусства и ювелиры. Очень такой большой разнообразный коллектив у нас. Большинство членов друг друга знают, так как общаются на выставках. А некоторым общаться сложнее. Это те, кто живут по улусам. Ну и то с ними мы связь стараемся поддерживать. Ну вот надо сказать, что Союз художников Якутии вот на Дальнем Востоке является флагманом, да, среди всех других союзов. Ну, так нескромно самих себя хвалить, да, но на самом деле, вот когда к нам приезжал секретарь по Дальнему Востоку Константин Кузьминых, он отметил, что якутян отличают высокий профессионализм во всем, что бы они ни делали, во всех жанрах, и независимо от того, это традиционное искусство или современное искусство, он говорит, всегда вы достигаете прямо серьезных профессиональных высот. Нам было очень приятно услышать такую оценку. Ну вот и какая работа будет проводиться, какая работа вот сейчас проводится в Союзе художников? В Союзе художников обычная работа – это, конечно, прежде всего организация выставочной деятельности, и это одно из главных преимуществ, почему профессиональному художнику необходимо быть в Союзе художников. То есть, если обычному художнику, который не член Союза, сложно найти выставочную площадку, договориться о выставке, организовать ее освещение в СМИ, то у нас это все делается дружно коллективом с той площадкой, с которой мы договариваемся сделать эту выставку. Кроме того, это общественная организация, поскольку она нацелена на поддержку художников, она может оказывать в каких-то трудных жизненных ситуациях даже материальную помощь, помощь с транспортом. Ну, то есть мы стараемся разобраться с потребностями каждого человека и по необходимости его поддержать. Ну, кроме этого, у художников же существуют такие проблемы, вот как обеспеченность красками, да, ну, всем этими материалами, а потом еще мастерские художнику необходимые. Вот здесь что? Да, ну вот смотрите, чтобы все материалы очень дорогие, художественные, чтобы в этом плане облегчить работу художников, мы делаем централизованный закуп крупными партиями по оптовым ценам и по этой же стоимости реализуем их членам Союза художников, и у них получается существенная экономия по сравнению с тем, чтобы они у нас в Якутске брали по розничной цене. А с мастерскими ситуация, она не такая хорошая, потому что у нас, во-первых,
обеспеченность мастерскими небольшая. Не все художники имеют мастерские, а примерно каждый четвертый, пятый, если по статистике смотреть. И более того, половина мастерских у нас находится под угрозой. Здание Ленина 42, где были выстроены в свое время для Союза художников мастерские, сегодня подлежит сносу. И пока что нет альтернативы, куда переедут 17 художников оттуда. А ведь это та колыбель, откуда вышел наш Афанасий Осипов, Афанасий Мунхалов. Сегодня там работает Федор Марков, это звезда международной величины. Или всеми любимая художница Иннокентьева Бочкарева. Надежда Федулова, которая работает по Конскому волосу. То есть сегодня там находится плеяда уникальных художников. И, конечно, страшно представить, что будет, если они лишатся мастерских. А с чем это связано? Это связано с оплатой или состоянием этих мастерских? Это связано с тем, что здание признано аварийным, подлежит сносу в 23-м году. И пока что нет выхода, куда переселят художников. Ну, Ольга, я должна сказать нашим радиослушателям, что Ольга Скорикова – это дочь известного художника Афанасия Собакина. Наши зрители, наверное, которые любят, знают искусство, они помнят его, особенно по картине «Танцуют стерхи», да? Это удивительная картина. Вот, Ольга, у вас, наверное, не было никогда, да, вопроса, что вы будете художником? Это обычная проблема, как бы, ну, во всех таких династиях обычно не стоит. Да, я после окончания 8 классов пошла в художественное училище. И, закончив его, выбрала специальность не то что художника, а смежную с ним, дизайнера по интерьерам. Но при этом я всегда активно участвовала в выставках. В 97-м году вступила в Союз художников и всегда была достаточно активным его членом действующим, несмотря на то, что большую часть времени у меня занимала дизайнерская деятельность. Что, в общем-то, для дизайнеров, можно сказать, исключение, чтобы дизайнер все-таки находил в себе силы быть художником действующим. Вот вы являетесь председателем Союза художников женщины. Это впервые, да? Вот как женщина стала? Да, это впервые в истории Союза художников Якутии, впервые женщина-председатель. И вообще на сегодняшний день по России председателей женщин сказали мне всего 1-2 человека, потому что все-таки преимущественно это всегда была больше мужская профессия и больше мужская должность, требующая и лидерских качеств, и ответственность, и чтобы тебя выбрали, да, авторитетом определенным. Выборы у нас формировались долго после внезапного ухода из жизни Василия Амыдаева, которого все очень любили и уважали, и до сих пор его вспоминают с грустью. И очень долго не находилась кандидатура. Неожиданно предложили мне, и я, подумав, решилась, почему бы и нет, поскольку у меня за плечами есть руководящая работа и главным дизайнером города Якутска, и деканом Института современного искусства. Ну, мне показалось, что это интересно, почему бы и нет. А вот вы совмещаете, вот, ну, это все равно, это должность, как больше административная, да, больше вот с творчеством. Ну вот, к сожалению, сегодня я нахожусь в состоянии художника выходного дня. Есть такое немножко как бы обзывательство. И, к сожалению, не я одна такая, а так как есть вопросы, как художник сегодня в небольшом городе, а наш город все-таки небольшой, должен обеспечивать свою экономическую платформу, то все стараются где-то найти постоянный заработок. Кто-то преподает, да, кто-то делает работы на продажу, а для чистого творчества, ну, остается какое-то время свободное от основной работы. Ну вот надо сказать, что 22-й год – это же юбилейный год, да? Год столетия ЯССР, год, ну и в России это год народного наследия, народов России. Вот Союз художников будет принимать в этом? Как он будет принимать участие в этих мероприятиях? Ну вот что касается столетия республики, у нас есть концепция показать историю развития якутского изобразительного искусства. Союз художников образовался в 41-м году. И представить прямо все этапы его развития, это очень интересно будет, да, как работали художники военного времени,
потом эпохи романтики, да, 60-е годы, советский период, который сейчас называют застоем, да, перестройка, тогда у нас была перестройка, в том числе и в области искусства тоже, появилось объединение «Флогистон», появились более смелые новаторские работы, и сейчас, когда у нас тоже есть, я бы сказала, характерная черта нашего времени, это особенно пристальное внимание и к индивидуальности художника, когда он хочет себя ярко проявить как особенную личность, да, ну, яркий пример, например, Михаил Старостин, всем известный, да. И с другой стороны, это интерес к собственной культурной идентичности, когда ты пытаешься свою культуру прежде всего выразить своими работами, ну, опять бы назвала бы Андрея Чикачева, Иннокентия Корякина. А какие выставки? Вот я знаю, что к юбилею вот летом будут выставки, будет закуп картин у художников. Да, закуп картин у художников ведется на основании не только выставок, но и, в принципе, искусствоведы хорошо знают работы художников, да, то есть они уже провели предварительные переговоры с художниками, договорились о закупе тех или иных работ, и этот закуп будет производиться в течение нескольких лет. И мы очень рады этому, что наконец этот лед сдвинулся, потому что работы у художников лет 20 не покупались. Yeah. И хорошо, что нам помог заместитель председателя правительства. В прошлом году приходил Сергей Васильевич Местников в Дом художника, посмотрел мастерские, поговорил с сотрудниками музея, с художниками и принял решение, что все-таки закуп необходимо вести, иначе наше профессиональное искусство, оно попросту замрет. Так как то, что художник делает на продажу коммерческое искусство, и то, что художник делает как нетленку, да, так называемый, для музея, это разный подход, это разный результат, и мы как бы рисковали утратить уже музейный уровень. Да. Но, к счастью, сегодня это не так. Кстати, уже. Кстати, музей тоже к этому подключился, они тоже говорили, что у них образуются целые лакуны, целое поколение исчезает, потому что вот не было закупа картин этих художников. Да, вот, к сожалению, это так. Например, очень мало отражено в музее искусства, например, Исаия Капитонова. Великолепный художник, но расцвет его творчества пришелся как раз на тот период, когда у музея практически не было средств для закупа. Сейчас этого человека уже нет в жизни, и вот не знаю, как этот вопрос в дальнейшем будет решаться. Возможно, его наследники согласятся продать его работы. Ну, а какие, вот на какую сумму будет закуп, какие картины вы еще предварительно не знаете, да, у каких художников? Дело в том, что сумма, она достаточно крупная, как она звучит, да, но на самом деле она не только для Национального художественного музея, а для нескольких музеев. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, а потом вернемся и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». Мы в прямом эфире и на радио, и на телевидении. Сегодня в гостях у нас художники. Художник-дизайнер, председатель Союза художников Якутии Ольга Скорикова и заместитель председателя Союза художников, тоже художник. Живописец, да. И преподаватель. Наталья Николаева. И преподаватель, да, Арктического государственного института культуры и искусств. Вот, друзья, 15 апреля в арт-галерее «Юргель» откроется выставка Натальи Николаевой. Называется «На апрель, капель, акварель». Вот, Наталья, выставка, вот у нас очень редко, да, бывает выставка, выставки акварелей? Да, действительно, вот выставок акварели случается очень редко. В принципе, у нас в Якутии только вот Георгий Решетников, Мария Гуляева работают в акварельной технике. И я признаюсь, это моя любовь. Вот последние 10-15 лет мне так вот акварель запала в душу. Я просто вот, ну, когда пишу, я просто вот улетаю куда-то. Вот, дорогие друзья, Наталья принесла в студию свои картины.
можете посмотреть? Ну, в акварели есть, конечно, вот две таких вот больших технологии, скажем так. Одна — понятие отмывки, это когда более такая рисовальная часть, да, и вот то, что я больше всего люблю, это такая более такая чувственная, более какая-то эмоциональная акварель. И вот в данном случае я вот эта вот акварель, она, конечно, является более такой вот эмоциональной, скажем так, да, вот такая... Да, экспрессия. Экспрессивность какая-то есть, вот какое-то настроение, да. Ну, допустим, вот здесь вот стоит акварель о нашем городе Якутске, да, а это более такая вот, отрисованная, скажем так, акварель. Пейзаж, вот городской пейзаж. Да, городской пейзаж — это такой вот более такой отрисованный. Но дело в том, что у меня, конечно, такое... Как сказать, вот в российской графике, да, в российской акварели это есть понятие английского пейзажа, когда очень сильное влияние было еще 19-18 век английского, именно английской акварели. И вот на основе этого как-то возникла российская акварель, да, и как бы... Как сейчас очень знаменитая школа Сергея Андреяки есть в Москве, да, который очень популяризировал акварель. И, в принципе, почему я начала заниматься акварелью, наверное, я вот очень впечатлилась вот возможностями акварели. То есть, когда ты не очень представляешь себе, что акварель может, а тут, когда ты видишь, ну, такие шедевры, которые, в принципе, вот... Сергея Андреяка делает, да, то ты понимаешь, а действительно, это же, ну, совершенно безграничные работы, то есть там и технические какие-то, и вот эмоциональные возможности, рисовальные возможности, то есть вот в акварели может быть вообще все. И вместе с тем, вот ваша выставка будет называться «Апрель, капель, акварель». Вот это немножко самоирония же, да, в названии? Ну, да, ну, как бы, к акварели у нас немножко относятся так, немножко снисходительно, типа, ну, она не такая стойкая, как масло, допустим. Но на самом деле, если художник использует профессиональную бумагу, а сейчас... Вообще вот качество бумаги очень повысилось, потому что, опять же, это все связано с, московской вот школой акварели, с Сергеем Андреякой, который, ну вот, выставил такие требования, да, ну, видно, вот все-таки он очень влиятельный человек, и вот он говорил о том, что торшон должен быть вот именно такого качества, чтобы там его можно было смыть работу и снова написать. То есть вот фактически получается сейчас, ну, абсолютно никакой разницы между маслом и акварелью не существует. То есть вот акварельные краски, они очень... цветостойкие и светостойкие. Хотя, конечно, в принципе, всегда говорят о том, что акварель нужно хранить более в помещении, не на ярком свету. Потому что вот масляная живопись, конечно, она любит свет солнечный, да, и когда, значит, даже есть специальная такая методика, когда ты хочешь осветлить работу, да, нам бывает, что масляная живопись со временем чуть-чуть проседает и чуть-чуть темнеет, а когда ты хочешь осветлить это, ты выставляешь ее на солнечный свет. Тогда она, ну, как бы так, процесс какой-то происходит, и она чуть-чуть осветляется. А вообще акварельные картины, они сколько могут храниться? Ну, и 100, и 200. Ну, и в Англии, 200? Там, извиняюсь, вот в том же дворце в Виндзорском, да, висят, по-моему, акварели 18 века. Значит, это не связано... Такое снисходительное отношение, значит, не связано с долговечностью, с сохранностью. Ну, это у нас здесь. Это раньше действительно вот была бумага очень, ну, не очень хорошего качества. Она со временем становилась хрупкой. Да, но почему-то вот думают, ну, с 19 века уже это совершенно, и вот этот вопрос, он решен, и там нет такого понятия, а понятие хрупкости, там, или выцветания, или еще что-то. То есть вот акварель сейчас очень полноценна, и самое главное, вот
когда ты идешь на этюд, то очень легко это все вот носить. Uh-huh. Вот, вот здесь вот представлена работа, которую я написала на Алтае, прямо с натуры, да. Uh-huh. То есть вот там вот нас вывезли вот на этот ледник, и я буквально там за 7 часов написала 10 работ. Uh-huh. Это скорость, она быстро сохнущая, uh-huh. и не, как сказать, вот более это такая краскоподвижная. Uh-huh. И мне кажется, что совершенно прекрасно работать, и главное, вес небольшой. Uh-huh. Очень uh-huh. прекрасно работать на пленэре. Uh-huh. Поэтому, в принципе, вот акварель я беру на пленэр. Uh-huh. Ну вот на выставке у вас будет акварельных работ, это которые картины, которые выставляются впервые, да? Ну, я практически их не выставляла. Mm-hmm. То есть mm-hmm. я выставляла некоторые акварели mm-hmm. на выставках. Но... Сколько там будет работ на выставке? Ну, там будет где-то 25 акварелей и, mm-hmm. может, 28 акварелей и 2-3, наверное, работы из масла. Mm-hmm. Масляные работы я тоже хочу выставить, именно те, которые здесь редко показывала. И вот повторение моего триптиха хочу, новое прочтение выставить. Вот mm-hmm. оно в такой экспериментальной живописи, скажем так. И это была эта работа, вот «Бронзовый век» маслом, да, она выставлялась в Новокузнецке, на такой большой выставке «Форма». Ну, кроме этого, вы же пишете и портреты, пишете, да? Да. И портреты, да, на заказ также. Ну, вот, оказывается, вот этот вот портрет, как сказать, турецкого мужчины, я в Турции писала. Там в Турции проводился симпозиум по художников, да, и они приглашали очень много на народу, приглашали больше 70 человек, по-моему, там было. Вот работали все, и как-то я вот написала там, вот увидела этот сюжет, мне очень понравился, попросила, чтобы он немножко попозировал, mm-hmm. он так постоял, так скептически на меня смотрел, потом, когда увидел портрет, говорит: «Ой, а я, говорит, точно такой похож». Да, и вот в Турции я сделала работу, и здесь я уже повторила. Ну, ваше имя связывают с проектом «Хабар». Вот расскажите об этом проекте. Да, проект «Хабар» — это, наверное, тоже одна из вех моей жизни. И «Хабар» — это свитки, вот такие. Он начался в 2005 году. И вот этот каталог — это первая выставка прошла в Москве в 2006 году в Московском доме национальности. Это проект «Свитки». Uh-huh. Свитки, которые отправляются почтой. И, в принципе, очень такая мобильная форма. То есть, да, вся суть в том, что это куски ткани с изображением, а не картина на раме. Uh-huh. И куски ткани можно свернуть в рулон и отправить. Вот в этом вся фишка этого проекта. Uh-huh. Ну, конечно, он потребовал какой-то нового подхода, скажем так, к вот ты из Казахстана художница рисовала. Тут большинство, конечно, участвовали такие, как так называемые тюркские страны. Uh-huh. Это вот эта работа из Башкирии, художника из Башкирии. Также очень много было художников из Татарстана, из Чувашии были художники, из Якутии. Угу. Ряд художников. И вот этот проект, он породил следующий этап своего развития, да, это кочующие свитки, когда эти свитки отправились уже по Европе. Да, был такой проект «Кочующие свитки». Это вот как раз продолжение «Хабара», и уже новые участники, новые страны. Это настолько оказалась великолепная живая идея, что она получила такое мощное продолжение. Да, в 2008 году вот такой
такой каталог вышел, «Кочующие свитки» уже Хабар-Саха. Здесь вот, значит, в 2008 году в Национальном художественном музее были выставлены вот свитки, которые, опять же, были по почте присланы. И, то есть вот фактически это получалось, минимальные затраты, что, конечно, для художника это очень важно. Да, была прекрасная возможность увидеть работы других художников с минимальными затратами. Да. Очень интересный опыт. Ну, также вы, Наталья, являетесь организатором неформальных, да, выставок? И сами пишете в современном, да? Да, вот в этом, так сказать, мне очень интересно работать вот с современным искусством. И хотя я, конечно, закончила Ленинградский институт имени Репина, который, всем представляется таком столпом реалистической живописи. Академизма. Да, академизма. Сейчас я замечаю, допустим, очень много концептуальных художников, они как раз связаны именно с Московским институтом имени Сурикова и с Ленинградским институтом имени Репина. То есть вот художник не может, есть такое желание творить только в реалистическом стиле, пожалуйста, а если нет, мне кажется, нужно творить именно так, как всё требует душа. Да. Дорогие друзья, мы прервемся на рекламу и через несколько минут вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». Сегодня гости в студии художники, художник-дизайнер, председатель Союза художников Якутии Ольга Скорикова и художник-живописец, заместитель председателя Союза художников Якутии, преподаватель Агики Наталья Николаева. Давайте вот сейчас поговорим о выставках, да, о выставочной вашей деятельности, о ваших выставках, о выставках Союза художников. Можно немножко сделать такой экскурс назад, что в советский период времени стать участником выставки, это было, в общем-то, не просто члену Союза художников, потому что выставком ходил по мастерским и мог твою работу отобрать или не отобрать на ближайшую выставку. При этом тебе давали замечания, и не всегда, может быть, объективные. Например, моему отцу говорили, что ж ты так ярко пишешь, ты же не во Франции живешь, что его очень надолго расстроило. Да? А когда мы с Натальей закончили вузы в 90-х годах, приехали, и это был еще ряд выпускников вузов, да, мы, как раз вот была перестройка, да, мы стали пробовать работать по-новому, и что хорошо, к нам отнеслись очень по-доброму, никто нас не бил по рукам и не говорил, что так делать нельзя, что нельзя делать абстрактные картины или еще какие-то экспериментальные. Художники старшего поколения нас восприняли очень доброжелательно. Сейчас мы прервемся на телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Иванович, я вот приветствую художников. Люди, видимо, очень увлеченные своей профессией и, видимо, очень такие опытные. И я бы хотел спросить, меня все время интересовало самая лучшая картина в мире и сколько она ценится, и как она называется. Есть, можете так сказать? Самая лучшая картина в мире, это же смотря с чьей точки зрения. Это же не что-то взвесить, да, например, там. Да, люди про стоимость спрашивают. Невозможно сказать, что вот эта картина лучше, а эта картина хуже. Потому что, в принципе, вот если она соответствует какому-то сегодняшнему ощущению того, что есть к тому культурному коду, который зашифрован вот в этой работе, то эта работа, конечно, очень ценна для определенного времени, скажем так. Тем более, что всегда существовало, например, признание публикой каких-то картин, да? А крупными закупщиками или музеями признавались совсем другие работы. Проходило время, может быть, 10, может, 50 лет, и от тех художников, признанных в свое время, не осталось никаких воспоминаний, а те, кто был не в чести, наоборот, оказались очень знаменитыми. Очень многие же после смерти получают признание. Да. Да. Конечно, можно вспомнить Ван Гога, который, в принципе, при своей жизни не продал ни одной работы, а сейчас его работы стоят
ну, много миллионов долларов. Ну, так что лучшая картина в мире, я думаю, у каждого искусствоведа своя, у каждого художника своя. И у каждого зрителя, Лиза, да. А не Мона Лиза считается. Мона Лиза, конечно, такой великолепный шедевр. Mm-hmm. Это шедевр, mm-hmm. ну, который является уже, как сказать, ну, ценностью. Говорят же, Мона Лиза бесценна. Mm-hmm. Mm-hmm. Так что понятие стоимости тут уже невозможно mm-hmm. говорить. Mm-hmm. Ну, к искусству вообще понятие стоимости, вообще, мне кажется, условно вполне. Да. В чем-то да. Угу. Ну, продолжайте, Ольга. Объединение «Флогистон» — это, вот как мы начали рассказывать, были примерно одного поколения художники, и выставки проводились на разных площадках, в том числе и в арт-галерее «Ургел», и в выставочном зале «Комдрагмет». Там были очень интересные события. Например, в «Ургеле» мы умудрились поругаться с московским гостем, который приехал поздравить Союз художников с 70-летием со дня основания, который стал говорить: зря вы вот так вот балуетесь, и надо бы вам свое национальное поддерживать, а вы хотите там вот какие-то хулиганства вытворять. Мы стали отстаивать свою позицию, говоря: если вот по вашей логике рассуждать, мы должны сесть и только для унтов бисером беля вышивать, да, если уж совсем четко следовать своей традиции, потому что живопись — это не якутская традиция, так же, как и графика, да? Да. Это, в общем-то, всемирная традиция. Ну, и дизайн что тоже, наверное. Но в то же время невозможно. Корни да. все равно должны быть. Угу. Но дело в том, что у нас как раз именно и было отсыл к корням. Угу. Вот именно что в начале 2000-х, да, угу. вот у нас же началось такое поднятие самосознания, да. То есть вот начинается все приобретать ценность на народное традиционное искусство. Уже начинаешь обращать именно на то, как это делал старый мастер, да. Вот резьба по дереву, чароны. То есть это все становилось большой ценностью. И как раз вот молодые художники именно к этому и обратились. И я, например, mm-hmm. так и не поняла, почему нас обвинили в том, что вот мы прозападные. Ну, да, вот связано с предыдущим вопросом, да, о самой лучшей картине мира, да, это, то есть у каждого человека, даже у специалиста, да, есть свои, там, иногда очень жесткие убеждения, как рисовать можно, как нельзя, грубо говоря, да. Вот тут мы не сошлись. Да, и вот очень были интересные выставки. Я вспоминаю выставку «Отсюда и до сюда» в 2005 году, да, и это была очень интересная выставка, где были такие вот а-ля ноги мамонта, да, да, помните? Там была инсталляция в виде огромных ног мамонта. В одно время прямо очень увлекались вот этой палеонтологической темой о том, что вот мамонты, шерстистые носороги, там то и все, да, и поэтому как-то мы вот сделали Туяра Шапошникова, да. И Наталья написала тексты такие ироничные по поводу цивилизации мамонтов, mm-hmm. как они живут, развиваются, общаются mm-hmm. между собой. И эти тексты были зачитаны во время открытия выставки, и это, конечно, вызвало такой оживляш среди зрителей, которые не ожидали такого увидеть в помещении художественного музея. Да, это было очень интересно, потому что все картины были закрыты белой бумагой, и на этом белом фоне я помню, что вот танцевал гулун. Так это было великолепно, mm-hmm. просто удивительно. И когда, значит, и зрители эти картины открывали... То есть они срывали эту кальку, да, с картин? Mm-hmm. Они как бы для себя открывали вот произведение искусства. Да, это, то есть было буквально открытие. Mm-hmm. Интересный такой mm-hmm. ход был. Mm-hmm. Ну, сейчас же и говорят, да, о Флогистоне же много говорят, что это было как бы начало, первое начало современного искусства у нас в Якутии. Да, Флогистон. Да, это на самом деле, вот как сказала Зинаида Ивановна Иванова-Унарова, что это на самом деле был переворот в искусстве. Mm-hmm. Потому что раньше искусство шло в каком-то строго определенном русле. Mm-hmm. И когда мы вышли за пределы этого русла, само якутское изобразительное искусство после этого и претерпело большие изменения. Это произошло как-то так бескровно, скажем, да, не было никаких конфликтов, взаимных обвинений, просто оно стало более широким, более разнообразным, более смелым в самовыражении для художника.
И вот надо сказать, что этим как раз вот в 2005 году, да, приехали с Москвы именно вот на выставку «Отсюда и до сюда». И вот этно-арт-фестиваль случился, опять же, в Московском доме национальности, где как раз вот демонстрировалось это современное непонятное искусство. И оно демонстрировалось вместе, ну, с традиционным народным искусством, опять же, вот этот мамонт. То есть вот все это было интересно. Ну и эта традиция сейчас продолжается, или все равно художники больше склонны к традиционному искусству? Ну, как сказать, это и сейчас, конечно, у нас появилось так, молодежь очень интересно работает. И, допустим, вот в конце прошлого года было биеннале в Арктическом институте, где молодежь показала свои работы. И сейчас они демонстрируют на выставке «Я не боюсь». Да, вот это интересная выставка, которая будет продолжать работать в парке «Россия. Моя история». Ее планировалось закрыть 17 апреля, но решено, что она будет работать до конца мая. Настолько большой интерес у зрителей она вызвала. Это как раз вот такая экспериментальная выставка, которая состоит из работ студентов АГИКИ, в том числе и Натальиных учеников, и работ членов Союза художников. Это очень интересная выставка, посвященная теме ощущения и преодоления страха в себе. Она действительно новаторская выставка, потому что там уже задействованы современные технологии, когда часть картин там выставлены не в натуре, а их электронные или подвижные изображения. И когда ты ходишь по темным залам, разглядываешь ярко освещенные картины, либо их движущиеся изображения, то ты испытываешь очень сильные эмоции. И нам очень нравится, что вот такой интересный, смелый эксперимент состоялся. Ну, сейчас модные инсталляции. Ну, там еще очень хорошо то, что там есть великолепное оснащение. То есть они, картины двигаются. То есть вот абсолютно современный подход. И здорово, что вот есть такой музей. К сожалению, время нашего эфира подошло. У нас осталась всего одна минута до конца. Вот быстренько ваши пожелания. Мы бы хотели, чтобы всех, кого волнует изобразительное искусство, приходили на наши выставки, находили своих любимых художников, свою лучшую в мире картину, да, и помогали вместе с нами радоваться жизни. Я желаю вообще всем в такое достаточно сложное и тревожное время, да, сохранять спокойствие. И, спасибо. Конечно, счастья, здоровья и тому подобное. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго.